2015 года в Казахстане внедрена вакцинация пневмококковой инфекции. Это дает возможность снизить количество госпитализаций маленьких пациентов, снизить количество затяжных пневмоний, количество гнойного менингита и отита. Ну, по литературным данным, американцы считают, что благодаря вакцинации пневмококковой инфекции значит, меньше стали болеть не только дети, но и вообще полностью вся семья, и в том числе и взрослые. И ну, такие тяжелые формы пневмонии, они практически единичные сейчас. У нас в республике проводится большая работа по пропаганде вакцинации. Значит, охват вакцинации составляет значит, 95% в Казахстане по итогам 2018 года.